Хотя 54-летняя Дженнифер Лопес явно надеялась сразить всех своим нарядом, когда прибыла на церемонию издания Elle, результат ее появления оказался явно не тем, какого она ожидала. Конечно, облачение певицы заставило всех о ней говорить. Однако далеко не все комментарии в ее адрес были лестными. Об этом сообщило издание Mirror. Для своего выхода на красную дорожку церемонии Women in Hollywood Дженнифер выбрала весьма экстравагантный наряд. Она появилась там в металлическом, точнее хромированном, нагруднике, закрывавшем только верхнюю часть ее груди. И больше ничем верхняя часть тела актрисы прикрыта не была. Эту часть своего облачения, видимо, задуманную как футуристическую, Лопес дополнила вполне традиционной, облегающей черной юбкой в пол. И хотя юбка